Приветствую, то есть там я Игорь Антропов из Волгограда, участник проекта «Реконструкция в разумном человечестве». Это был очередной семинар в 2023 году под Санкт-Петербургом. То есть там, да, что хочется сказать, как все семинары, он имел с одной стороны свою что-то общее, то есть да, и свою уникальность, свою неповторимость. Ну, из-за того, что локация очень удачная, то здесь лес, здесь озеро, хороший дом, хорошая компания, то эти две недели пронеслись как один день. И это было очень прекрасное времяпрепровождение и с точки зрения отдыха, то есть для того, чтобы набраться сил, отдохнуть. Вот, и для того, чтобы для себя, то есть почерпнуть опять много нового, потому что, то есть те ситуации, то есть там, да, те знания, которые дают Лена, Григорий, то есть они уникальны, то есть там все ребята, которые присутствуют на таких семинарах, то есть в ускоренном режиме проходят много всякого рода, то есть там испытаний, и обретают, то есть там неоценимый опыт. Поэтому сам семинар, то есть там это такой сжатый вариант уникального, ну, неповторимого жизненного опыта. И безусловно, то есть тогда каждый раз ты после такого семинара выходишь обновленным, выходишь совсем другим человеком, то есть более подготовленным, более адаптивным, более, ну, наполненным знаниями и знаниями, то есть там о жизни, знаниями, то есть которые можно, ну, наверное, назвать мудростью, потому что, ну, такого нигде, наверное, то есть надо больше нельзя приобрести. То есть, ну, или если он приобретается, такой опыт в течение жизни, то это уходит на это многие-многие годы. А здесь это все происходит, то есть тогда в ускоренном режиме, то есть и за 10, там, 12, 14 дней можно, ну, как бы обрести совершенно, то есть там, да, уникальные знания. Вот, поэтому искренняя благодарность всем организаторам, всем участникам. Это действительно, ну, такой неповторимый и интересный, то есть там и многообразный жизненный, то есть, этап. Вот, надеюсь, что следующие разы будут такими же интересными, такими же насыщенными, потому что здесь мы купаемся, мы готовим еду, мы кушаем много всякого рода вкусняшек, то есть мы общаемся, здесь дружный коллектив, ну и много-много чего, то есть тогда интересного, то есть и незабываемого. В течение, то есть, там, этого периода, то есть, мы занимались йогой, то есть, мы занимались цигуном. То есть, я сам на протяжении уже более 20 лет практикую цигун. То есть, там, это школа Ханза Вьетнам. Много, то есть, там, уникальных практик, много уникальных техник, которые, то есть, мы здесь с ребятами, то есть, там, изучали, проходили, мы имеем возможность каждое утро заниматься, то есть тогда вот всякого рода, то есть там восточными практиками, либо, то есть там это йога, либо кунг-фу, либо цигун. Ну и вот одной из этих частей, то есть как раз делился, то есть там, да, я, потому что, ну, и у себя в Волгограде, то есть там я веду занятия по цигун, то есть там и здесь тоже такая, то есть там, да, есть уникальная возможность поделиться, то есть, этими знаниями, ну, чем, собственно говоря, я и занимался. То есть, как бы, цигун, йога, то есть, это те техники, то есть, это те школы, которые позволяют сохранять, то есть, ясность ума, позволяют пребывать всегда в хорошем, то есть, тогда состоянии внутреннем, которые позволяют иметь здоровое тело. Поэтому, ну, то есть это отдельный, уникальный такой сегмент жизни,
которую тоже там рекомендую всем практиковать, потому что, ну, для многих, то есть там, да, йога для цигун — это просто сама жизнь. Поэтому всем очень и очень рекомендую также заниматься этими практиками. Всем огромная благодарность, вот, за то, что это происходит с нами, за то, что, то есть, есть такой опыт в нашей жизни. Всем спасибо организаторам РЧ, то есть там всем участникам, то есть там разумного человечества. Ну, а кто еще сомневается, то есть тогда стоит ли присоединиться к этой веселой, то есть там уникальной компашке. Ну, хочется сказать welcome, добро пожаловать, попробуйте. Возможно, то есть там, да, здесь вас ждут как раз новые открытия, то есть и ваши новые друзья. Так что всем спасибо.